время Кубка Конфедерации пускать на Крестовский остров будут только со специальными разрешениями. Получить пропуск можно будет с середины апреля в многофункциональных центрах. Неудобства коснутся только автомобилистов. На дорогах временно ограничат движение. О разрешениях для проезда на Крестовский остров придется позаботиться заранее. Это касается в первую очередь так называемых резидентов, тех, кто живет или работает на территории Крестовского. Смогут ли попасть домой, например, те, кто живет на острове без регистрации, пока непонятно. Регламент процедуры еще не утвержден. Выдачу разрешений для резидентов, которые проживают на Крестовском острове, будут осуществлять многофункциональные центры. В настоящий момент прорабатывается порядок предоставления этой услуги. В ней точно будут участвовать два МФЦ Петроградского района на Каменноостровском проспекте и на улице Красного Курсанта. Эти многофункциональные центры начнут выдавать разрешения за 2 месяца до начала Кубка Конфедерации, то есть 17 апреля. К этому времени чиновники обещают определиться с порядком получения пропусков и необходимыми документами. Напомню, в Петербурге матчи Кубка Конфедерации пройдут 17, 22, 24 июня и 2 июля.